Чего? «Приказано выжить». Так называется вторая серия фильма «Щит и меч». Краткое содержание предыдущей серии. Оказывается, советские разведчики, если верить Кожевникову и Басову, написавшим сценарий этого фильма, работали в Германии давно. Сразу после подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, который теперь почему-то называют «пактом Молотова-Риббентропа», как будто Молотов – это СССР, а Риббентроп – это Германия. И советское правительство знало даже дату нападения фашистов на Советский Союз. Опять же, если верить Кожевникову и Басову. Но почему-то эта дата не была известна героическим защитникам Брестской крепости, развалины которой были подарены гитлеровцами Советскому Союзу 22 сентября 1939 года, во знаменование их встречи в городе Бресте. В общем, советская разведка продолжает свою работу в глубоком тылу Германии и во второй серии фильма «Щит и меч». С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли, а может, она начинается.